Согласен, немного с опозданием, но на Ютубе по-другому никак. В общем, всех ваших детей с праздником. Ух ты, ну-ка, Мирося, ну-ка, покажи еще раз. Вау, и Родион, и Артем, и что, домой идем разбирать? Да. Пошлите. Парни на День защиты детей самостоятельно себе выбрали вот такие вот водные пистолетики. Слушайте, я не знаю, это просто мечта нашего детства. У нас была бутылка с дырками в пробке, и все. А здесь прикиньте. Да, и тебе перепало. И дети сказали, что Мирошке тоже надо однозначно купить, чтобы он не забирал у них. В общем, у всех почти одинаковые, только цвета разные. Здесь и аккумуляторы, представляете? И стреляют что-то там до 12 метров. Ну-ка, Роди, дай, пожалуйста. 10 метров. Нифига, какая круть. Вот поедем на это, на озеро, тестировать. Угу. Классно. Довольные парни. Да, вот так вот. 1700, что ли, стоит один. Вообще пиздец. Стреляют мощно, конечно. Правильно, вот так вот, прям в каршеринг. На, получай. Ну-ка, запульни. Далее. Вообще как далеко. Вынесли мы им воду, ведро, две бутылки. Блин, вот это да, что сейчас у детей только нет. Вон. Тихо, тихо. Давай. Не-не-не, Мирош. Да, у Славяна на гелик денег нету, на настоящий. Поворачивай. На ребенка есть. Давай, и на меня. О, ничего себе, вот это гель-ванин, да, Мирош? Я предлагаю данный выпуск поделить на два дня. В первый день нам нужно сделать вот это. А во второй день нам нужно сделать вот это. Последний. Черной смородины огромный. Будет очень интересно, ведь наступило лето и по-другому теперь никак. Ребятки, лайкосики, комментарии, вы это все знаете. Погнали. Посмотрите, сколько вещей. Это наши вещи, потому что мы изначально должны были ехать на тусовку с палаточкой. Взяли даже вон средство для биоча, чтобы его заправить. Своей машины, это, конечно, херня какая-то, ну ладно. Изначально мы договорились, что мы поедем, значит, в город Истра, соберемся там, ну и сутки потусуемся где-то, ну, в обед приедем, и до следующего обеда должны были приехать Маша с Димой, еще ребята на бусах, вот такая вага-тусовка, я, кстати, в Телеграме писал вот такой вот пост, вот, а мы должны были поехать туда с палаткой. Ну и получилось так, что все туда приедут не к обеду, как договаривались, а только вечером, часов 8-9. И мы подумали, ну смысл вообще туда ехать чисто столько километров, брать каршеринг, платить за все это дело, чисто для того, чтобы просто переночевать и уехать обратно домой. Сказали, не будем. Ну и тут это, Маша с Димой в итоге написали, что давайте просто никуда не поедем, а приезжайте к нам в гости в дом. Мы такие, класс, и все. Я вот сейчас иду опять брать машину. Есть там такой прикольный тариф, у них можно на два дня взять и 200 километров, но мы 100% километраж переездим, там 12,5 рублей, по-моему, за километр будет. Вот, ну, очень удобно, в общем. Вон она, виднеется, оранжевая. Ну, поехали. Поездку решили начать с этого, с влажной уборки в машине, потому что здесь просто жесть, блять, картошку можно сажать здесь. Возили картошку. Блять, ужас. Вот так вот в Москве спасаются от адской жары. Сейчас 31 градус, прикиньте, вот ездят поливайки и вот так вот распыляют воду. Спасибо. Мы подъезжаем уже к городу Истра, и пока едем, заказал быстро пиццу 5
5 штук, чтобы не с пустыми руками. Там же быстрее еще купим какую-нибудь ягоду. Маша попросила, чтобы завтра сделать эти какие-то вафли бельгийские, по-моему. И купим бутылочку вина, чтобы не болела голова. Максимально удобно. Подъехали, нам вынесли пиццу. Мы едем, как говорится, дальше. Хотели купить клубнику. 750 за килограмм кубанской. Вообще с ума сошли вот тут в палатках. Офигеть. Так, давай, Настенка, прыгай. Взяли винишко, любимый сыр камамберн. И едем дальше. Надо еще купить ягодку. Настенка, как этот, как доставщик пиццы. Мы одну, правда, взорвали сразу, потому что пока едешь, столько часов, сколько, 3 часа туда ехать, мы все проголодались, как не знаю кто. Поэтому... Поспали, поели. Впереди новый Иерусалим. Это вообще маршрут, прямо сейчас через моего брательника будем ехать. Все-таки мы решили взять ягоду, но цена, конечно, вообще на клубнику меня удивляет, на нашу кубанскую, 750 рублей. 750 рублей за килограмм клубники, это после Турции что-то вообще прям очень дорого. А голубика 1,5, голубика там плюс-минус вроде как бы всегда дорогая была, но клубника, это что-то с чем-то, конечно. Но дешевле здесь нету. Не знаю, сколько у вас клубника стоит, напишите, мне кажется, что это прям очень дорого. Все, вот теперь едем уже на место. Осталось прям чуть, километров 15. Вот мы и заезжаем. Открывайте, блин. Когда оказываешься вот в таких местах, сразу хочется что-то построить. Свой дом построить. Да, Настена? Да. А не пиццы развозить? Ну да. Так, давай, надо искать. Где-то домик вот тут вот должен быть. Мирабай! Мирабай, насался? Смотрите, закрылись, все закрыто, не пускают. А нет, пускают. А где у тебя заезд? Заезд? Некуда заезжать. Рум-тур по территории. Ну, у вас тут вообще, слушай, ну прям красота. Ты баню-то сделал? Я нет. Пошли, ты че? Красота. Нате, это тебе, хозяйки. Ой, держи. Спасибо. Дети, это вам подарки, Нате. Только мне. Дети, распаковывают. Ну, сейчас, да. Тёмка пытается победить BMX. Серьезный BMX. Видите, все вареное. Руль заново вареный. Да. Давай, давай, Тёмка. А я тут кваском и пицца. Квас и пицца. Давай, Тёмик, у тебя получится. Хотя нет, не получится. Эх, хорошо в деревне летом, легендарная Калифорния. Диме, говорю, скучать будет. Он говорит, последние 2 года так ее было в нашей жизни много, так что пусть отдыхает. Гараж на 2 машины. Красота, да? Баня у ребят получилась как будто вообще отдельный дом. Можно было бы и попариться, в принципе, и хотели, но на улице плюс 32, поэтому здесь и так баня. Ну, такая беседка, где можно собираться компаниями. Здесь вот это открывается, вот эти все окна открываются, и такой большой мангал с всякими вертелями. Да. Шикардосное, да, что-то? Но... Но Дима говорит, его больше на обычном нравится жарить. Да, классная история. Короче, сегодня будет пьянка века. Спустились в погреб, а здесь просто огромное количество пиваса. Дима сам варил, да? Да, все верно. Супер, давай что-нибудь продадим тогда. Нет, это не на продажу. А расскажи хоть что, какое? Ну, здесь в основном все в бельгийском таком стиле, всякие крепленные сорта. 8-9 градусов, дубели, трипели. Офигеть. Вот так вот. Ну давай попробуем тогда.
через лес по тропинке пришли на местный пляж. Этот пляж относится к поселку. Этот жители сами уже здесь сооружали. Такой пирс клевый, люди купаются. Мы завтра утром будем купаться. Вон там песочек, переодевалочки. Можно жарить мясо, наслаждаться закатами. Блин, очень, конечно, красиво. Вода уже прогрелась. Вот я все уговариваю. А почему бы не покупаться? Слушай, ну нормально, реально можно искупнуться. Как в океане. Видите сравнение, видишь? Где-то осень есть. Красота вообще. В общем, мы решили искупаться. А мы с Машей решили помочиться. Красота! Давай, Дима тебя поддерживает. Ну. Все, я побежала. А ты сейчас не боишься? Ой, ну и папа дает. Так. Ладно, что ли? Еще одного! Давай, давай. Ну, Миша такой, я вот так бы не пошел, да? Миша, осторожно. Артем, нет. Нет, нет. Нет. Ты что, серьезно? Вот сумасшедшая. Да. Нет, тепло? В общем, вода теплая. Не, наша купается в любой воде. Я не знаю, прохладная? Пап, почему она меня не держит? Артём, ну потому что... Это же не море, вы тоже такие смелые. Это же не будешь. Что, все, не просвечивает? Я бы тоже была теплая. Артём, я бы тоже... Вообще красота. Марин, сейчас вылезет, тебя туда унёт. Вернемся завтра сюда. И будем плавать на этом, на сапе. Надуем сап, будем... Хочется до того берега доплыть, там палатки стоят. Причем такие одиночные, вообще никакого сверхнаплыва, хотя выходные. Посмотрим, как там они устроились. А здесь еще есть один выход. А, там, смотри, тоже лежачки стоят, да? А это местный яхт-клуб. Этот причал, видите, как тут начали строить. В итоге, ну, на этом все остановилось. Видите, я говорю, вот они, палаточки стоят. Пойдем, пойдем наверх. Пойдем с тобой сходим. Здесь у Димы, говорит, раньше охранник тоже сидел. Вот, ну а потом что-то как-то все вот так вот. Но место, конечно, шикарное. Люди отдыхают. Класс. Да, Мишаня, класс? Да, мы здесь были. Ну, смотри-ка, прям смотровая площадка, да? Я говорю, блин, жалко, на дронах нельзя летать. Такие кадры можно было бы, да, замутить? Бусинка, бусинка. Моя ручка. Настенка пробует бельгийское пиво из производства Димы. Градусов 10. Ну, но ты вот такое любишь, горькое. Ну да, но тебе нет. Настоящее, да? Я такое не люблю. Ну, значит, я буду пить один. Ваше здоровье. Ну, пару стаканов, и все. Можно идти спать. Да. Вот такую штуку мы будем готовить в казане. Так, здесь еще что-то. Прогревание казана в полном разгаре. Мешай! Взрываем погреб Димы, пьем бельгийское пиво 15-го года, 10 лет стояло в погребе, приехал Славян. Ну и, собственно, все, погреб уничтожается, вот такие дела. Больше Дима в гости меня не позовет, да? Конечно.
Он обидится. Какой прекрасный завтрак нам приготовила Маша. А ты снимаешь тут тарелку? Вот так вот. И кофе от Димана. Хочешь, давай. Начинаем новый день с реки, с водохранилища. Берем с собой саборд, грузим в нашу каршеринговую машину и отправляемся до пляжа. Ну, здесь по поселку ехать, как вот мы вчера шли, но не хочется тащить его, поэтому мы загрузим все это дело сейчас в машину. Ну вот как-то так. Отходи, Мирошка. По эко-тропе, блин, классно. Здорово. Сделали такие штуки. Потрясающее место. В общем, Истринское водохранилище, это, конечно, топчик. Вон Мирошка, как местный, побежал куда-то вперед. Да, Мироша? Класс. Говорит, приезжайте к нам в гости, чувствуйте себя как дома. Вы накормите нас? Ну, сейчас посмотрим, давай, работай. Это ж не просто так же все. У нас тут прикол произошел. Мы качали, накачали. Снимаем шланг, и он как давай спускать. Забыли клапан закрыть. В итоге все по новой. Все самое сложное под конец. И вот мы заново мучаемся. Последние штрихи, они самые. Моего веса даже не хватает. Давить. Это актерская игра, Слав. Да, конечно. Смотри, я ноги поднимаю. Даже не продавливать. Не лезь под руку. Последний штрих. Все? Все. Let's go. Все. Поплыли. Я даже воду не погрузил. Почти не погрузил. Вот, блин, представляете, это можем только мы так сделать. Мы дважды накачивали сабборд, спустили его на воду. В итоге пока туда, пока сюда. Решили кувыркнуться на нем. И в итоге смотрим, а плавник отстегнулся, представляете. Все, плавника нету. Мы поныряли, поискали, в итоге ничего там не видно. А мы-то думали, мы сегодня по руслу пойдем куда-нибудь сплаваем. В итоге нетушки. В общем, надо срочно покупать себе сап, чтобы летом путешествовать по рекам. И будем уже плавать на своем. С этим не получилось. Давай, Настенка, открывай купальный сезон. В России, но... 1 июня. А надо развернуться? Сейчас надо вперед сюда. Ой, на спину! Нормально? У тебя татуировка не отлетела там, нет? Понеслась. Ну! Красава! Жаль, что на сапе не поплавали. Спустили его. В общем, пришли, чтобы просто два раза надуть. Но ничего, сейчас двигаемся домой. Надо Мирошку спать. И у нас сегодня еще по программе хачапури грузинские на углях и на шампурах Маша будет делать. Вот. А обед у нас будет, наверное, вчерашнее блюдо, что мы в Казани готовили. Маша тут поставила тесто на хачапури.
Мангаловар продолжается, но в этот раз мы будем сейчас на углях, чтобы это побыстрее было дело. Сейчас немножко дровишек наколотим и будем разжигать. Банда и Мирошка. И даже мама пушистик. Мама не пушистик. Пушистик. Нет. Опа! Ну а теперь идем есть. Горячий только аккуратно. Кайф! Ешь котлетку, Родик. Помидорку нам. Офигенно, ну. Мы вроде быстрее, а походу в Грузию приехали. Да, вино грузинское. Тесто, правда, зацените. Квас только. Тесто. Ну, вкусно, кто реально. Зальем, тому нельзя. Питка. Как у нас пицца, хачапурика. Да. Вафли. Это квас? У кого синий стакан? Да. У меня. Сыр в сулугуни, тесто от Машки. И уголь от Димки. Аец славян. Вот так. Ребята улетают на Бали. Мы, собственно, поэтому и приехали, чтобы провести время. Потому что хрен знает, когда увидимся. Но какая встреча уже? Вторая. И мы все обсуждаем, что нам тоже надо на Бали. И в итоге вот сидим, смотрим билеты. Вот 149 тысяч на какое тут ноября. Короче, какое-то ноября. Вот, и вот мы думаем, нажать эту кнопку или не нажать. Слава, слава. Давай, давай. Узнаем в следующем выпуске. Все, наши выходные подошли к концу. В общем, ребята вот со дня на день летают на Бали. Неизвестно сколько, но мы вплотную кумекаем и думаем, чтобы тоже полететь. Возможно, у нас это получится, возможно, не получится. Не знаю, пока ждем машину. Сейчас все, едем домой. Вот такие у нас прекрасные выходные. Получились. Да, к дяде Вове, да. Еще заедем к моему брательнику. Мирошка просит к дяде Вове. Тебе приехала. Банда. Это человек везде как себе домой, да, Мироша? Везде дом, да, сынок? Везде дом. Везде дом, сыночек, да. Это называется из дома в дом. Да, если мы будем здесь, надо будет брату приехать. Тут он черные смородины, огромные просто кусты. Посмотрите, уже вот все вот цветет, по-моему, красное. Так, здесь вон крыжовник, огромное количество, да, что здесь еще есть? Малина, по-моему, вот это вот, слива, что он сливу, по-моему, посадил, да, вот это вот слива, но пока непонятно, что это слива, ну вот она. Все, хорошего понемногу, нужно ехать, монтировать для вас этот выпуск. Ребятки, ставьте лайки, пишите комментарии, на протелегу не забывайте, там всегда все экспресс. Едем домой, еще 2,5 часа ехать.